Второй месяц ведутся ремонтные работы Казанского автомобильного моста. У администрации города основными требованиями к подрядчикам были провести работу в максимально сжатые сроки и с минимальными неудобствами для жителей и гостей Гершельда. Съемочная группа 8 канала спросила у жителей района, приносит ли им ремонт моста какие-либо неудобства. Видите ли, я не автомобилист, поэтому терпимо. Ну, сейчас работают они, конечно. Я чувствую так, что я не мостовик, но думаю, рабочих маловато там как-то. Очень трудоемкая работа, серьезная. И техники должно быть побольше, наверное. А это трудности большие. Смотрите, машин какой поток. Сейчас что будет зимой? Я не скажу, чтобы были особенно какие-то неудобства. Я ожидала, что будет хуже. Мост ремонтируют, да, как бы неудобно, но лично я в этом ничего, какого неудобства езжу. Не замечал, по крайней мере. Что туда, что обратно, автобус нормально проходит, машины нормально ездят. Ну, неприятно, да, согласен. Напомним, что Казанский мост – старейший автомобильный мост во Владивостоке. Он был возведен над железнодорожными путями почти 100 лет назад, в далеком 1928 году. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.